смотри, какой этот босс здоровенный! Ничего себе, боссик! На тебе, получай! Вот это босс, ребята! На тебе! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами будем уничтожать супер крутого босса в игре Drive Ahead. Такого, ребят, еще вы не видели. Смотрите, игра обновилась, и здесь появился рейд на босса. Осталось до окончания 9 часов, мы должны успеть. Итак, смотрите, Мега Дракон называется этот босс. У нас есть слева, можно выбрать тачки, которыми мы будем его побеждать, насколько я понимаю. Ну что, давайте выберем. Трактор не очень хорошая тачка. Так, какая здесь... Я выберу здесь, наверное, давайте вот этого космонавта. Так, дальше. Мусоровозка пусть будет. Здесь чайник взять. Давайте упряжку возьмем. И здесь... Что можно взять? Здесь много... закрыто много чего. И давай пилорамщика попробую. Или пилорамщик не очень, или чайник. Не знаю, ребята. Пусть пилорамщик. Все. Вот я выбирал эти тачки. И теперь мы отправляемся к этому боссу. Я его еще даже не видел. Погнали. Фух. Воу, смотри, какой этот босс здоровенный! Ничего себе, боссик! Эй, на тебе, получай! Вот это босс, ребята! На тебе! Так, что там едет такое? Подожди, держусь! Он давит меня! У него тачка дракон! Это супер тачка, он меня раздавил! А, вот моя новая машина появилась! Смотри, что здесь ездит! Он задымился! Да ему почти хана сейчас будет! Где он? Опа, начинаются фейерверки! Так, это мне уже не очень нравится. Где босс? Давайте сюда этого босса. Нет, я опять получил. И я проскочил. Фух. Вот этот босс, получай. По голове, боссик. Давай, иди сюда. Упряжка. Опа, он меня может раздавить. Заскакиваем наверх. Нет, наверх не получилось. Давай, на самый верх. Или по голове. О, смотри. Какая у него крутая тачка, ребята. Я хочу эту тачку себе. Давай. Да, его задавило немножко. Так, подожди, он на меня едет. Тише, делаем обманный маневр. Давай, живи, мои собачки. Смотри, он укусил мою собаку. Он хочет съесть собаку мою. Нет, не ешь собачку. Бедная собачка, смотри, дракон жует эту собачку бедную. Нет, ребята. О, смотри, как он буксует на месте. Он хочет задавить меня. Я не знаю, что делать. Вон та штука едет. Он просто закусил мою собаку. А, нет, под колеса, только не под колеса. Давай. Я перевернул его. Да. Так, у меня последняя тачка. Сколько ему нужно ударить, я не знаю. У меня последняя тачка. Ребята, держусь. Так, эти вот штуки летающие, я их вообще не люблю. Так, стоим. Стоим. Так, давай. Вот, он летит опять. Давай, сальтуху, на! Уходим. Смотри, он перевернулся. Так. Ну что, сальтушками, будем сальтушками его побеждать. Улетел. Да сколько ты будешь? Все, босс сбежал. Тебе почти удалось замочить босса? Подожди, здесь время что ли шло? Я не посмотрел. Догони и добей его. Конечно, догоню. Как его догонять-то? Босс бежал. Обожди немного, чтобы сразиться снова. Или потрать билеты, чтобы начать борьбу немедля. 57 минут. Я не понял, куда он сбежал. Ладно, тратим билеты, погнали его бить. Дальше. Да, он там идет отсчет времени. Я понял, а он там хпшки у него. Вот, я сразу не обратил внимания. Я понял, ну все, боссик, теперь держись. Держись, я тебя должен добить. У него осталось 11 сердечек. Тише. Газуй. Давай, нет, держись, он давить собирается. Ах, раздавил. Давай заднюю сразу же. Да, нет, он перевернул меня. У него 10 сердечек осталось. Ладно, у меня упряжка, давай. Да, получай. О, нет, собачки, как вы так перевернулись? Ладно, ребята, у него осталось 9 сердечек. То есть 9 ударов мне нужно ему сделать. Тише. Тише, держись, пилорамщик, держись. Давай, сейчас босс где-то появится. Вот он прилетел. О, я под него залетел. Так, 9 сердечек у него. У меня еще есть билеты. Так, да, тратим билеты. Погнали. Босик. Вот это круто, ребята. Да что это? Опять так же. Опять все так же получилось, как в прошлый раз. Иди сюда. Мусор мешает будет сейчас. Тише, мусор только...
Не, пожалуйста, не по мне. Есть, есть, нормально, сейчас его придавить должна. Давай, есть, отлично. Так, 8 раз ему осталось. 8 раз, ребята. 7 раз, он сам там ударился уже, молодец. 6 раз, да, он сам там бьется и куда-то улетает. Ну что, боссик, скоро тебе будет просто хана. Я на этой мусоровозке, может, сейчас я победить смогу даже. Так, ладно, фейерверки, фейерверки, тише, тише. А, еще время идет, 80 секунд. Может, и успею. Так, вот он прилетает, и сейчас ударится сам еще головой, может, нет? Как-то не очень, не хочет ударяться. Подожди, подожди, нужно срочно вверх, и вот так тебе. Давай еще, о, нет, нет. 5 раз осталось, 5 раз с собакой, давай, есть, есть. Собачка отомстила за то, что босс ее кусал. И еще, давай, опускайся вниз, переворачиваем его. Осталось 3 раза, 3 раза, ребят, осталось этому супер-мега-боссу. Боссу-дракону. Нет, да что такое? Фейерверки. Подожди, подожди, встанем сюда. 3 раза и 44 секунды. Фу, хорошо, что разбился тот фейерверк. Все, идет он, он идет, ребята. Он идет. О, нет, да что такое? 3 раза, хорошо, у меня еще есть билеты. Да, у меня еще есть билеты. Держись, босс, я иду. Все, теперь у тебя точно не будет шансов. Давай. Космонавтическая тачка. Давай. Нет. Давай, вперед, вперед. Сейчас, должен ударить. Нет, как ты так делаешь? Ладно, а мы сделаем по-другому. Вот так вот. Эй, тише, 2 раза. Осталось 2 разочка ему. Иди сюда, проехал по мне. Ну, а, почти, собачки, почти мои собачки сделали это. Ой-ой-ой, а теперь проблемы. Нет. Так, давай. Смотри, сейчас вперед поедет на меня. 2 разика попасть ему, 2 раза. Давай, собачки, опять сейчас укусит. Сейчас опять будет кусаться, да, он опять ест моих собак. О-о, а тут проблемы. Едет горка. Горочка не едет сюда, он опять собирается кусать с моих. А, держись. Держись, собаки, держитесь, пожалуйста. Давай, переворачивайся, босс. Нет. Остался пилорамщик, ребят. Пилорамщик, и один раз попасть по боссу. Фух, ну что, давай, пилорамщик, ты сделаешь это, я уверен. Он перевернется. Да, есть, ребята, мы победили этого супер-мега-босса. Вот это да. Вот это круто! Прикольный режим придумали! Этап 1 завершен! Вернись в ангар, чтобы пройти в следующую фазу игры. Что? Не понял. Что за следующая фаза игры? Ничего себе! Ну что, погнали? Что, еще будет какой-то босс? Так, это тот же босс? Подожди, это босс с пушкой уже! Ничего себе! А сколько здесь всего этих фаз? Я думал, это один только босс. Вау! У него уже 25 сердечек! 25 сердечек! А! Не так-то тут все просто! Да что ты будешь... Тише, держись, пожалуйста, держись! Мусоровозочка! Давай! Так, давай, уезжаем отсюда! Уезжаем, давай ему! А! Вот это да, ребята! Вот это да! Это очень сложно! Побеждать этого супер-босса, тем более, когда он с пушкой! Тише, смотри, как меня откидывает машину после выстрела. Нет, я ударился. Вот это да, ребята, пишите в комментариях, били ли вы этого босса? И до какого вы вообще доходили здесь? Этапа. Это очень сложно. На, ушел отсюда, чуть меня не захватил с собой. Так. Держимся. Так, фейерверки. Босс уже летит где-то. Да ну, как ты меня ударил? Иди сюда, пилорамщик. Разберись с фейерверками. Босс идет. Он сейчас растопчет своего, да. Давай сальтушку. И давай ему, на. Давай, уходим. И еще раз так же. Давай, нет, его не обманешь так просто. О, ребята. Это мега битва. Время заканчивается. Очень плохо. Он меня сейчас просто раздавит здесь. Держись. Я как могу держусь. Нет. Тачек больше нет, тебе почти удалось замочить босса, догони его. Ну попробуй, у меня осталось очень мало билетов, на пару раз. Давай, погнали. Так, ну что, прыгаем. Оу, перевернись сам. У него какие-то еще самонаводящие эти... Да, ну конечно, у него здоровенная тачка вообще. Может попробовать... Да что ты будешь делать, он просто меня выносит, ребята. Просто вот этот вот еще горка ездит, которая... Давай ему! Ладно.
Сейчас сальтухой дам точно ему по голове. Нет, прилетел немножко. Давай сальтушку, сальтушечку. Нет, опять тачек нет. Ребята, все, последний, наверное, билетик. Да, последние билеты. Ух, погнали. Этот вообще крутой боссик. Давай. На. Готово. Удар один. Очень стала часто выезжать вот эта горка, которая мне очень сильно мешает. Нет, нет, сейчас... раздавил. Ладно, мусор давай выгрузим. На! Мусор, помоги мне. Мусор. Да... Да что, вот куда мне было деться здесь? Так, собачки, вы можете что-нибудь сделать или нет против этого босса? Давай, 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 уходим. Уходим. Так, вперед. Он даже не хочет переворачиваться. Первый хотя бы переворачивался. Так, отлично. Попали по голове. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Нет, собачки, держимся, держимся. Тише. Нет, нет, нет. Все, последний пилорамщик. Пилорамщик, давай сальтухи какие-нибудь крутани. Давай, давай, сальтушки, сальтушки. Есть. Сальтушка крутая была, лишь бы сейчас не врезаться. Ну что ты, босс, иди сюда. Да нет, нет, лучше бы ты сюда не шел. Все, ребята. Можно купить, конечно, за денежки билетики, но это же дороговато стоит. Фух, ну что, ребят, все, билеты у меня закончились. Можно, конечно, еще посмотреть видео, но там совсем мало дадут билетиков. И я за эти билетики, конечно, не смогу победить того босса. Это только второй этап, еще будет третий и четвертый. Ничего себе, вообще крутой режим. Жалко, что он скоро закончится. Поэтому, ребят, мы на сегодня на этом закончим. Если вам понравилась эта битва с боссом, то обязательно ставьте лайк. Также пишите в комментариях, играли вы и бились ли вы с этим боссом, и до какого этапа вам удавалось дойти. Ну а в следующий раз мы обязательно попробуем победить его и дойти дальше, чем второй этап. Вообще дойти попробуем до финиша, если это возможно. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока.